Юпитер. 19 июня 2019 год. Харьков. 04:00 по Киеву. Справа от Юпитера Европа, спутник, слева Ива и Ганимед. А Каллисто хоть раз нам мигнет. Совсем чуть-чуть его видно, в общем-то. Можно даже сказать, что не видно. Есть все-таки дымка у нас в небе. И поэтому мы пойдем пытаться снимать сближение Сатурна с Луной. О, вон он там. Попробовать на него сразу, чтобы навести на Сатурн. Пропал. Вот он. Куда там, на Юпитер не найдем, сначала на Сатурн найдем. Да. Малейшей дымки хватает для того, чтобы фокус уже. Не понимал автофокус, что от него хотят. Родился совершенно не в ту сторону. Так, это Сатурн, но, конечно, на слово верить не хочется. Получилось, что ли? Получилось, да не получилось, да избежали сразу. Лови его. Да неужели? Миллиард 360 миллионов километров до этого красавца. Ну, спасибо. Всем спасибо, все свободны, да? Утром Сатурн подойдет к Луне на один угловой градус, то есть совсем рядышком они будут. Но этого мы уже не застанем, будет светло.
Ну ладно, пока это у нас лучшее, что есть из всех дублей. Будем пробовать еще, пока не будет риска опоздать на работу. 1:09 по Киеву. июня 2019 года. Не получится вас вместе увидеть. Ну ладно.